Ну что, сейчас уже почти 3 часа, надо позвонить Артему, человеку, который будет вместе со мной снимать кабинет. Сейчас спросим, где он есть. Позвоним. Да, здравствуйте. Скажите, вас ждать? Вы придете? Буквально мне минут 10 до вас быть. Я уже в пути, уже лечу. Все, хорошо, жду. Все, да. Все, давайте, до встречи. Все, он приходит, идет. Я думала, он не придет, но он придет. Как жаль. А может быть, это и к лучшему.